Поручкаемся. Политических, юридических реформ, в частности, мы поделимся нашим опытом сотрудничества и взаимодействия. Как председатель парламента Армении придаю особо представлены все фракции, главное взаимодействуют на различных международных площадках. Комиссия Букичева приезжала буквально вот так очень коротко в Нур-Султан, обсуждали эти вопросы, нам очень интересен ваш опыт. Спасибо за приглашение посетить с визитом общины в Молдове. У нас есть весь потенциал для расширения. Ваш визит станет важной вехой в наших отношениях, послужит укреплению. Уверен, что динамичная и налаженная работа парламентских групп дружбы между Арменией и Молдовы основаны на традициях дружбы и взаимопонимания. Это очень впечатляет, это нужно. По мнению исторического, культурного и духовного. Огромное очень впечатлило и ваше гостеприимство. Как и вы сказали, что есть группа дружбы. Межлан Балбачан, наш посол в Киеве, который ушел просто депутат из того округа, будут выборы. Я говорю сейчас, может быть, очень эмоционально. Первый шаг был сделан, когда была открыта вторая фракция по величине в парламенте. 5 фракций различных. Голосовало достаточное количество депутатов, чтобы что вы пригласили меня, нашу делегацию, посетить Армению. Это комиссии по социальным вопросам и по здравах. Оно вырос.